В гибели 6-летнего мальчика от удара током в Енисейском районе обвинили мастера энергетической компании. Его приговорили к 1 году и 11 месяцам лишения свободы условно. Напомним, летом прошлого года он подключил кабель, который был внутри передвижного вагончика, к воздушной линии электропередач. Отключить обратно провода забыл. Ребенок, не зная об опасности, залез на вагончик, и вот его отбросило электрической волной. Мальчик погиб.